Уважаемые дамы и господа, разрешите мне сказать несколько слов о результатах внедрения нового вида топлива с повышенной уровневой емкостью, которую уже представил господин Лавренюк. Дальше, пожалуйста. Дальше. Это так, что на нашей электростанции мы теперь используем гидрологичный топливный цикл и стараемся сохранить его. Я расскажу попозже, почему. Здесь беру несколько слов про повышение мощности топлива на 5% на активной зоне, но на втором контуре или на электровой работе мы достигаем 500 мегаватт электрических из-за улучшения эффективности цикла. Пожалуйста, дальше. Здесь характеристика того, как двигалось топливо с самого начала через ярмарное профилированное топливо, которое было лицензировано в 90-х годах. И потом мы ввели в 2003 году топливо GB1, которое было первой генерации. И после этого мы начали использовать с 2005 года топливо GB2, GB2+, и GB2M. И в 2014 году мы начали использовать первую партию топлива GD2+, на первом блоке. Это с этой повышенной уровней емкостью, про которую я буду говорить теперь. В верхней половине этого слайда вы видите, что тоже у нас двигается не только топливо, а тоже аппараты для перерасчетов, наши собственные аппараты, которыми мы используемся при наших нейтронно-физических, теплогидравлических, оптимизационных расчетах и при слежении за активной зоной. Дальше, пожалуйста. Тогда, что было нашей целью? Нашей целью было использовать новое топливо, которое позволит подорожать эффективное использование нашей электростанции, тоже в период продления срока службы, и который будет использовать прогресс топлива ВВР-440. И какие были ограничения проекта? Для нас очень важно не нарушать условия хранения отработавшего ядерного топлива, это значит сохранить остаточное неповреждение. Это самое важное из-за того, что мы используем для отработавшего ядерного топлива специальные баки, и у них надо сохранять такие величины. И во-вторых, позволит 5-годичный топливный цикл с пониженной утечкой нейтронов, что очень сильно способствовало экономии топливного цикла и на номинальной мощности этой повышенной, и дать какой-то ресурс повысить дальше мощность на приблизительно 2%. Дальше. Подготовительные анализы, которые мы сделали, показали, что до тех пор, когда мы начали внедрять такое топливо, не был накоплен достаточный опыт с топливом третьего поколения, значит, с чехловыми кассетами, и что эксплуатационный опыт с топливом второго поколения был весьма положительный. Это по нашему опыту, по опыту
других 440-ых аппаратов в Словакии, в Венгрии и на Польской электростанции. Тогда из этого мы сделали выводы, что остаемся при конструкции топлива второго поколения, это значит с точки зрения Шагатвел, высоты топливного столба и толщины стены чехла, что мы применим твёрдый третьего поколения, это значит уменьшим толщину стены твела и повысим диаметр таблетки и устраним ее центральное отверстие. Это значит маленький шаг для таблетки, большой шаг в технологии. И применить антигибризные фильтры в рабочих кассетах, чтобы улучшить качество эксплуатации. Ну, тогда мы останемся у этого нового обозначения ГР2М+. Это значит вторая генерация модернизирована и эти приоритеты дальше. И здесь вы видите обогащение топлива. Мы используем обогащение 438. В настоящее время и в будущем была разработана такая кассета 476, которая имеет лучшие свойства для эксплуатации, чем 487, и мы планируем когда-то ее внедрить. Это зависит на остальных условиях эксплуатации дальнейшей. Здесь вы видите характеристики этих твелов. Здесь направо там видно, что не только исчезло центральное отверстие, но и повысилась величина диаметра зерна. Это из-за лучшего выделения газов в течение выгорания. Дальше. И так выглядит картина антидепрессивного фильтра в мостовик. Дальше, пожалуйста. Целью лицензионный процесс прошу. Это довольно большой объем работ, которые были разработаны как поставщиком топлива, компании Квел и ее субподрядчиками и чешскими организациями. Мы стараемся сохранить в нашей довольно маленькой стране такой уровень знаний, который позволит нам иметь собственные взгляды и развивать эти знания и поддерживать. Это таким образом, чтобы улучшали наши параметры. Дальше. Для лицензирования ТРЛЧС наш Госнадзор большой комплект документации, которая была разработана в компании ТВЭЛ и его субподрядчиком. Это было 29 отчетов по нейтронной физике, термогидравлике, материалу ведению и анализу безопасности, и тоже и документация для лицензирования расчетных программ. И проект при вас максимальное обогащение 476%. И 70 отчетов чешских организаций, в том числе полные головы 4 и 15 ОПА. Дальнейший слайд. Главные параметры разрешения Гана Чешской Республики, там было 13 требований, которые ЧЕС континуально выполняет и информирует об их выполнении в Чешской Республике.
Это значит ограничение мощности ТВЛА 59 кВт, максимальное выгорание 62 мегаватт суток на килограмм урана и максимальное обогащение пока для рабочих кассет и для регулирующих кассет 4,38%. Это из-за анализа фактичности бассейнов выдержки. Ну, в этом направлении лицензирования топлива 476 рабочие еще берутся. Предел выгорания для топлива ГД2М был сохранен на уровне 65 мегаватт на килограмм урана, и мы должны в случае смешанных зон выполнять эти пределы для обеих типов топлива. Дальше. Здесь вы видите как характеристику выгорания ТВЛ. Это характеристика проекта внедрения, так называемого. Это значит, что выгорание здесь ниже, чем 60 тысяч. Но я могу сказать, что в течение лет мы вывели такой метод уменьшения или минимализации максимального выгорания ТВЛов. И я могу сказать здесь, что нам удастся где-то достигать максимального выгорания ТВЛа только 55 тысяч из-за того, что разброс этих величин уменьшится. Дальше, пожалуйста. Вот здесь есть пример наших топливных загрузок. Это первая переходная топливная загрузка на топливо ГД2М+, которую мы разработали в сотрудничестве с Курчатовским институтом и успешно ее внедрили. Вы видите, что наши аппараты нам позволяют полностью использовать выходы активных зон с низкой утечкой нейтронов. Дальше, пожалуйста. То же самое мы использовали во второй переходной загрузке, которая теперь выполняла приблизительно 105 имиксов. Дальше, пожалуйста. И здесь примеры совпадения борной кислоты в первой, дальше, и второй загрузке, к сожалению, жизнь продолжается, дальше. Здесь по твердой мощности коэффициент А в первой и во второй. На втором цикле и на дальшем слайде мы видим минимальную резерву до предела мощности в течение первой переходной загрузки и на дальнейшем слайде мы видим то же самое во втором переходном цикле. И дальнейший слайд. И что возможно сказать как заключение? Топливо ГД2М+ мы успешно лицензировали благодаря тесному и корректному сотрудничеству поставщика топлива и заказчика. Это значит, мы очень удовлетворены этим сотрудничеством. И топливо ГД2М+ мы успешно эксплуатировали в течение первого и в начале второго переходных циклов без неожиданных явлений, в том числе и поведение антидебризного фильтра. И таким образом подтверждается высокое качество продукции поставленного топлива. И во-третьих, возможно сказать, что СВРК Scorpio способствовала к надежной работе активной зоны и блока, потому что мы сделали апгрейд этой системы мониторинга активной зоны
этим новым топливом. И перед тем, что я скажу последний, тогда я хочу сказать одну мысль. Здесь сегодня много различных сил было. Тогда я могу сказать стихи одного русского поэта. Это, не знаю, если все из вас знают, говори же всем, вот что в будущем. Будущее светло и прекрасно. Это написал этот русский поэт. Но он не добавил то, что я добавлял. Это правда. Светло и прекрасно. Но перед тем надо сделать много трудной работы. Спасибо за внимание.